Ребят, всем доброе утро. Сегодня мой влог начинается со стирки. Закинула вещи. У меня такая ложечка вот из отбеливателя Pur. Я ее, в общем, не выкидываю. Добавляю ложечку порошка. И поставим стирку. Я, в общем, вот этот отбеливатель, который взяла, бархат, я его сейчас пересыплю сюда, чтобы было удобно пользоваться. Просто пересыпал, также ложечкой взял. И у нас здесь такая лежит мелотова. Вот даже мешает, но все равно пусть он спит. Ребят, сейчас делаю педикюрчик. В общем, убрала старый лак. Сейчас маленько подпилю и накрашу. В общем, еще не знаю, каким. Здесь у меня просто был блесточки были, потом два темных ноготка. В общем, вот такой вот у меня был педикюрчик. И тоже на ногтях что-нибудь сделаю. Сейчас тоже их обработаю, подпилю. И будем красить. Для ног я выбрала вот такой вот лак. Брала его в фикс прайсе. В общем, он прозрачный, такой с блесточками. Такой вот он красивый. Вот одну ножку уже накрасила. Такой вот он. Сейчас высохнет лак на ногах и буду заниматься уже руками. Не знаю, каким лаком накрашу. Может быть, тоже таким же. В общем, будем делать красоту. Ребят, еще хотела вам показать вот эти вот шлепочки из светофора. В принципе, ничего, они такие классненькие. Мне нравится. Тут такая как бы сеточка прозрачная. Ну, хорошие топульки такие. Дома носить. И моется хорошо, подошва вот такая вот. Так что могу вам рекомендовать. Сбегала я в магазинчик возле дома. Купила булку хлеба. Вот такой вот мы берем урожайный, ну, серый. Пакет молока взяла. Так. И к чаю взяла вот таких вот глазированных печенюшек. Вот такие вот. У меня были покупки. Эти покупки составили где-то на рублей 120-116. В общем, разморозилось у меня мясо. Хочу потушить капусту, сделать толченку и также сварю супчик. Суп буду варить с сайрой и с фасолью. Так что оставайтесь со мной. Ребят, ну в общем, супчик почти что у меня готов. Сварила я картошку, добавила зажарку и добавила вот фасоль. Потому что картошка уже приготовилась. И буду добавлять вот такую вот скумбрию. Такая вот. Ну ничего, в принципе, такие кусочки крупные. Сейчас добавлю, покипит минут 5. И супчик будет готов. И также варю вот картошку. Хочу сделать толченку и буду дальше делать капусту с мяском. Тушить. Ребят, всем привет! Это второй день влога. Мы приехали в деревню и уже из деревни поехали на заброшенной даче. В общем, здесь яблочки растут, облепиха, вишня. И, в общем, мы приехали. Нарвали мы вишни, знаете, таких два майонезных ведерочка. И вот приехали за облепихой. Она прям такая крупная здесь. И рвем. Ну, тут уже, конечно, порвали люди. Но все равно еще есть. Вот такая вот она. Прям крупненькие такие ягодки. Вот. Вот она моя ведерочка. И рвем.
будем замораживать ее, скорее всего. Так что продолжаем. Только мы нарвали облепихи. Такая вот она крупная. И сейчас собираемся в лес посмотреть, грибы есть или нету. В общем, погода что-то меняется, прям точки такие вот заходили. Но уже как бы вечер, уже 6 часов. Сейчас, в общем, посмотрим, есть грибы или нет, и поедем домой в деревню. Там у нас банька топится уже. Зашли мы вот в таких вот два лесочка. Вот этот, получается, и вон тот маленечко. Тут грибники вон ездят. Люди. И вот нарвали мы вот столько грибочков. Ну, в принципе, на пожарить пойдет. Все, побыли мы в деревне. Едем уже в город. Остановились вот нарвать костра. Вот вдоль дороги растет он. И это, чтобы кот у нас поел. Зелененькой травки пока она есть. Погода шикарная. Вообще градусов где-то 17-18. Тепло. Ну все, на этом буду я заканчивать свой блог. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно, будет много видео. Всем пока-пока.